Привет, мир. Привет, мир. Все, кто смотрит периодически наше видео, знают, что мы поставили скважину. И нам пришла пора его утеплить. Да, мы делаем кессон для скважины. Этот, непривычно, да, что я не бритый? Да, кстати. Тём побрился, по-моему, делал лет на 10. Теперь у меня молодой муж. Мне лет 20. Теперь у меня молодой муж. Мы копаем на глубину... Сонечка, аккуратно там. И будем делать кессон из кирпичей глиняных, из старой печи. Мы смотрели, есть несколько видео на ютубе. Ну, изучили, посмотрели, будем на ребро ставить глиняные кирпичи. Не знаем, сколько это кирпичей. Подожди. Ну, сколько уйдет. Ну, у нас хватит, в принципе. С старой печи достаточно много. У нас две печки, да, были, поэтому. Ну, с двух печей, да, мы наберем. То есть у нас Катюшечка. Квадратная форма. Размерами, ну, чтобы кольцо. Не кольцо, а крышка, да, получается, от бетонных колец. У нас две крышки. Вот мы будем делать септик из пяти колец. И крышка там есть одна. Вторая крышка у нас остается. Вот мы эту крышку будем использовать на кессон. Сюда. На кирпичный получается кессон. И размеры Катюнь этой крышки, нет. Если я не ошибаюсь, 1170. Кать, тише. 1170 в диаметре. Пожалуйста, кричать, орать. Кать, все, наорались? Дай, пожалуйста. Мы здесь по делу разговариваем. Сейчас, привет. Катя. Привет. Привет, Катюнь. Ладно, не отвлекаемся. В общем... Мы будем делать все, да, поэтапно все. Да, будем делать сегодня по стандарту. Так, это-то у нас все здесь, кто делает скважину, они все утепляют вот этими кольцами. Два кольца. Роют на глубину два кольца, это получается приблизительно 2 метра. Почему мы не делаем кольца? Потому что так уж случилось, что мы заказали 5 колец, привезли их. Сонечка, постойте просто, пожалуйста. Да, подойдите, пожалуйста. Чуть-чуть подальше. Вот, и они у нас будут использоваться на... У нас тут драка. Катюнь, Соня правильно делает. Ты упадешь в яму, Кать, нельзя туда, понимаешь? А я в туалет. А что смешного-то? Соня ушла, можно в яму залезть. Ты хулиган маленький. Че, Соня? Все, тихо. Нет. Катюш, ой, муха большая. Ой. Она ко мне прилетела. Можно я договорю, Катюнь? Ладно, нет. Мы давай. Да! Привет, мир. Привет, мир. Дубль 2. Пытались тут это... снять видео. Катюнь. Кать, а что дата? Без ранней, что дата? Ну, это невозможно. Сейчас, походу, будет... Привет, мир, дубль 344. Катя кричит, не может дать нам это видео. Катя хочет в яму залезть? Стоп, Кать, тихо. Не стой здесь на рядом. Край не пробежайся, Катя. Упасть можно. Да не ори ты, что? Кать, все тихо. Там сейчас собака подойдет и укусит тебя за кожу. А что нет, что ты орешь так громко? Все. Все, вырубай. Нет, будем записывать, да. Катя, не придет. Не придет, только ты не ори так громко, ладно? Вдруг конца деревни слышно, Катя. В общем, в чем, про что мы хотим видео записать? Про нашу скважину. Про кессон, про утепление этой скважины. Да, нам сделали скважину, и мы хотим ее теперь утеплить. Вот. То, что будет как бы здесь насос, трубы. Вот, будет утепляться кессоном, кирпичным кессоном. Я не помню, как он называется, премияк. Ну как-то вот он по-моему. Будет квадратная, получается, конструкция. Катюш. Кирпичная. Вот. На ребро класть. Вот, с той стороны говорят, что утеплять надо. Ну, мы утеплим рубероидом и глиной. Здесь глины, в принципе, достаточно. Но вот этот вот слой мы можем еще накидать между землей и кессоном, получается. Тише. Ну, получается, мы сколько будем? Метра полтора, наверное. Метра два копать будем.
Вот, это рекомендуют так делать кессоны. Катюнь. Потому что обычно на два кольца кессоны делают. Вот, ну, в дальнейшем мы покажем, как это все будет выглядеть поэтапно. Мы будем записывать вот кусочками, потом соединим и покажем. Сразу, чтобы не было вопросов, почему не кольца. Тем более, что у нас вон там вот кольца стоят. Кольца у нас были закуплены сразу для септика. 5 колец. Да, и мы будем думали, рыть их половину. Что скважина будет вот как бы в предыдущем видео мы говорили о скважине. Мы хотели, да, его сделать вот здесь, вот на месте пристройки. Придется его утеплять. Получается, не получилось, к сожалению. Вот поэтому приходится вот время тратить на то, чтобы выкопать. Купить два кольца можно, да, но это определенные трудности. Почему? Потому что мы в 70 километрах от города. Ну, нам привезли 5, вот мы решили 5 из 5 сетки сделать. 3 или 2, или 5. Ну, лучше, наверное, 5, а этот дом рядом, если что, мы будем делать, можем сделать переливы из того же самого кирпича там. Там же посмотрим, как пойдет, нет? Тоже 2 метров там. Катя, ну что ты делаешь? Папе же больно может быть. Хватит хулиганить, Кать. Давайте вот копаем пока яму на 2 метра. Потом будем его обкатывать кирпичом. Катя, сегодня ори, дай записать. Почему кирпичом? Потому что нет у нас лишних денег на дополнительные 2 кольца. Да, кольца. Подожди, Катя. Привет, мир! Пытаемся уже 143-й раз. Да хватит записать видео про то, как мы решили утеплить наш этот нашу скважину. Но здесь Катя и Соня. Два хулигана такие. Катя, идите лучше покопайте. Идите копайте, да. О, давай мы их в яму опустим, они там хоть молчать будут. Тём. Здесь уже где-то метр идет глиняный слой. Да, и сложно копается. Здесь где-то песочек был, и думали, что закончился. Пойдет как раз песочек, и там не надо будет песок, этот, ну, дренаж делать. А дренаж обычно вроде делают и, ну, щебень и песок. Ай, Кать! Вот, ну где около 2 метров глубину будет, там дренаж. Так нету его, кончился. Быстро закончился. Катюнь, там... Подожди, папуль. Катюнь, был единственный цветок, Кать. И то какой-то дикий. И ты его сорвала. Зачем? Потому что. Почему потому что? Потому что мы пилоты. Потому что Катя... Соня еще один сорвала. Ну зачем это делать? У нас цветы хотя бы совью нам были. Катя, ты разорвала его и выкинула? Ну ты хулиган, да? Ладно. Продолжаем копать эту яму для утепления септика. Продолжаем. Говорим уже 143-й раз, что будем его обкладывать кирпичом, а не кольцами. Почему? Потому что мы хотели его, этот, скважину рыть на месте вот этой пристройки, которая у нас здесь была. Но так получилось, что машина не смогла туда подъехать, и нам вырыли скважину здесь. Придется его утеплить. Лишних колец у нас нет, у нас было закуплено всего лишь 5 штук, мы их используем все под септик. Так как мы находимся в 70 километрах от города, то нам доставка этих колец обойдется дороже, чем самые кольца. Ну, нет у нас лишних денег, поэтому мы будем все делать из того, что у нас есть. А у нас много чего есть. У нас много что есть, да. В видео купили шикарный дом в деревне, да, по-моему, да. Котняри. Пап, дай досказать. В видео купили шикарный дом в деревне. Видны две печки. Мы их разобрали, вот эти вот кирпичи. Некоторые нормальные из них остались. Так вот, из этих кирпичей мы и будем обкладывать вот эту яму. Покажем в следующем видео. Да, а то у нас здесь есть вот эти вот два хулигана. Вот эти вот два хулигана, которые не дают нам вообще ничего записать. Орут. А ты хулиган номер 2. Нет. А как это нет, если... Как это нет, если вы орете вообще? Катя орёт, я не орёт. Кать, ты не орешь? Кать. Нет. А кто тут цветочки рвет? Катя. Серьезно?
Да я так понимаю. Соня рвет. Не рвет, а рвет. Соня рвет. Чё, Катя? Я не рвю. Привет, раз, Соня у нас копает еще кессон. Еще раз привет, мир. Да? Кессон копает. Ну что ты не копаешь-то? Мы тут пытались записать видео, а наши эти две кулебяки такие не давали нам видео записать. Поэтому мы затолкали в яму Соню. Соня все хотела в яму. Хотела? Да, хотела копать. Вот теперь копай. Иван Петрович, копай. Давай. Катя, ты что нюхаешь-то? Чего? Кать, ну-ка дай. Папа сломал цветочек, Соня. Соня, а ты давай не уходи от темы и копай яму. Давай, давай. Не лезь. Там остался всего лишь. Сядь. Сядь. Кать, сядь. У Сони какой рост? Где-то 1.40 м? Да, тебе осталось. Кати, сядь! Нельзя туда. Полметра еще осталось копать. Это много. Катя, сядь, пожалуйста. Упадешь, будет больно. Соня, давай, кидай землю, давай, давай. Вот так вот мы и копаем яму. А папа у нас мешает глину. Пап, привет. Пап, ты где? А? Привет. Соня копает. О, давай, 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 Соня, у тебя получается. Нет, у меня вообще не получается. А почему тогда не даешь папе копать? Я даю папе копать. Ты только по ноге себя не стукни. Это ж больно. Кать, привет. Катя? Нет. Не привет? Скажи, не привет. Катя у нас вот такая вот Букина. Нет. Катя Букина. Папа. Папа Букин? Сонь, ты не выйдешь. Папа. Чё папа сломал? Сломал цветок папа. Ай-яй-яй, вообще. Между тем, Соня у нас выбралась из ямы. Привет, Сонь. Привет. Ладно, все, пошла я копать. Катюнь, стой. Нет. Все, я пошла. Нет. Пока. Нет.